Видео готовлено на канале Уроки ТВ. Номер 9. Расшифруй ребус, где одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, а разными буквами – разные. Драма прибавить драма равно театр. Рассуждаем. Слово «драма» может быть любым числом, но только меньше 50 тысяч, так как если оно больше или даже равно 50 тысячам, то не получится пятизначное число в ответе. Далее. Запишем столбиком это выражение. А теперь обратим внимание на то, что «а» прибавить «а» будет равно «а». И «а» прибавить «а» будет равно «р». Комбинацию «а плюс а равно а» могут дать цифры, которые больше 5. То есть «а прибавить а равно а» – это «а прибавленное а» равно «р плюс 1», так как может переходить в следующий разряд. Подставим вместо «а» число 9. Посмотрим, что у нас получается. 9 прибавить 9 – получается 18. 8 пишем, 1 переходит в следующий разряд. А здесь 1 перешел в следующий разряд, получается 1 плюс 9 – это 10, и плюс 9 будет 9. Все совпадает. Буквы «а» одинаковые, и буква «р» у нас получилась равная 8. Так как «р» равно 8, то заменим «р» везде на данное значение. Посмотрите. R и на втором месте 8 прибавить 8. Получается 8 прибавить 8 равно 16. Так? Значит, плюс 1 у нас был в уме, который остался при сложении 9 плюс 9. Так как 9 плюс 9 равно 8 плюс 1, то m у нас в любом случае больше 5. Но у нас уже присутствуют цифры 9, 8 и 7. Значит, m может быть числом 6. Попробуем. 9 прибавить 9 будет 18. 8 пишем, 1 в уме. 6 прибавить 6 будет 12. Да еще 1. Получается, что якобы t у нас равно числу 3. Тогда 9 плюс 1 – это 10, и плюс 9 – это 19. У нас получается, записав 9, 1 переходит в следующий разряд. 1 прибавить 8, и прибавить 8 будет 16. При сложении же 6 плюс 6 будет 12, плюс 1 в уме, который остался при сложении 9 и 9. Итак, 13. Значит, t у нас равно 3. Проверим. 9 плюс 9 – 18. 8 пишем, 1 в уме. 6 плюс 6 – 12, да еще 1 – это 13. 3 пишем, 1 в уме. 1 плюс 9 – это 10. 10 плюс 9 – 19. 1 в уме. 8 плюс 8 – 16. И плюс 1 у нас получается 17. Значит, буква «Е» у нас равна, получается, 7. При сложении 8 плюс 18 – это 17. То есть, чтобы получить 3 десятка тысяч, нужно сложить две одинаковые цифры – «D» плюс «D» и прибавить к ним единицу. Получается, что «D» может быть единицей, 2D плюс 1 – это 3. 2D – это 3 минус 1. То есть 2D у нас равно 2. А 1D равно 1. Проверим. 9 плюс 9 – 18. 8 пишем, 1. 6 плюс 6 – 12. И 1 – это 13. 9 и 1 – это 10. Плюс 9 – 19. 8 плюс 8 – 16. И плюс 1 – 17. И 1 плюс 1 и плюс 1 будет 3. Значит, буква «D» – это цифра 1. Буква «R» – это цифра 8. 8, 8 и 8. Проверяем. 8,
8 и 8. Буква А у нас равна 9. 9, 9, 9. Последнее 9 плюс 9 и получится 9. И буква Т у нас равна 3. Пример получился. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.